Отже, з задоволенням оголошуємо претендентів на звання кращого мецената 2009 року. Засновник благодійного фонду Андрія Азарова, Андрій Азаров. Президент міжнародного арт-центру меценат Олена Золотарьова. І голова правління міжнародного фонду «Єдиний світ» Едуард Прутнік. Для нагородження переможця на сцену запрошується заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони України Дмитро Видрін та заслужений журналіст України, прес-аташе Українського союзу промисловців і підприємців Марина Кінах. Зустрічайте ваші оплески. Добрий вечір, дами Добрий вечір. Всіх з праздником. Марина, я здесь уже, по-моему, пятый или шестой раз стою на этой замечательной сцене и вручаю этот замечательный тяжелый приз. Но сегодня вручаю с особым настроением. Во-первых, потому что мне очень нравится слово «меценат». От этого слова пахнет праздником, пахнет зрелищем, иногда банкетами, хорошими фуршетами. А во-вторых, говоря политическим языком, в этой номинации баллотируется мой хороший друг. Поэтому прошу тебя, не томи и достань правильную фамилию. Ну, наверное, они все знают, что в слове «меценат» и за этим словом кроется истинный человек. Гай Цильнит – меценат. На сегодняшний день это вообще очень самая престижная номинация. И эти меценаты, слава Богу, в Украине есть. И Украинский союз промышленников и предпринимателей считает меценатом частью социальной ответственности бизнеса. Поэтому я вскрываю этот конверт с особым удовольствием и произношу имя этого замечательного человека, Эдуард Прутнік, голова правления Международного фонду «Єдиний світ». Ваші оплески переможцю, кращий меценат 2009 року, Эдуард Прутнік. Огромное спасибо жюри за столь высокую оценку наших скромных трудов. Я считаю, что это как аванс на будущее и обещаю это выполнить. По большому счету, это всех нас приз, потому что в Большом океане каждая капля важна. И если мы об этом думаем, об этом говорим, значит мы это сможем выполнить. Потому что изменить мир мы можем только тем, что изменим себя. Спасибо сотрудникам фонда и всем, кто поддерживал меня. Спасибо.